производство латунной трубопроводной арматуры и фитингов на предприятии «Валтек» является одним из самых роботизированных комплексов подобного типа не только в Китае, но и во всей Евразии. Большинство изделий делается из латуни марки CW617N. Это латунь оптимального состава для метода горячей объемной штамповки. С недавнего времени ряд изделий, в частности шаровые краны серии Perfect, изготавливаются из латуни марки CW602N. Эта латунь обладает повышенной стойкостью к вымыванию цинка. Латунные прутки со склада сырья поступают на участок резки, который находится в этом же помещении. Латунные прутки здесь режутся на заготовки требуемой длины дисковой твердосплавной пилой. Разрез производится строго перпендикулярно оси прутка, что предопределяет правильность дальнейшего прохождения заготовки по технологическому конвейеру. Пресс-формы для горячей штамповки латунных заготовок являются крайне ответственными и дорогостоящими изделиями. Предприятие «Валтек» имеет собственное производство пресс-форм. Они изготавливаются на высокопрецизионных фрезерно-электроискровых комплексах швейцарской компании «Джош Фишер Эджи Чамилс». По заложенному в программу комплекса чертежу, пресс-формы станок автоматически формирует изделия любой сложности. Цех горячей объемной штамповки оснащен автоматизированными штамповочными комплексами итальянской компании «Гидромек». Латунные заготовки смазываются графитовой смазкой и разогреваются в газовой тоннельной печи до температуры 680 градусов. Именно при такой температуре изделие получается заданной плотности и прочности. Контроль разогрева осуществляется автоматикой печи. Разогретая заготовка по конвейеру подается к молоту пресса. Заготовка устанавливается роботом в пресс-форму, и молот производит прессование. При опускании нижней станины пресса в момент удара из ее боковины выдвигаются пустотообразователи, которые формируют внутренние полости изделия. Цех производства «Валтек» оснащен прессами с усилием 250 и 400 тонн. Отштампованные заготовки по лотку отправляются в приемный бункер. В процессе горячей объемной штамповки выделяется значительное количество дыма от выгорания смазки. Этот дым дымососами подается в систему воздухоочистки, где на мокрых фильтрах воздух очищается от частиц сажи и копоти. При горячей штамповке на заготовке остается избыток латуни, так называемый облой. На участке снятия облоя эта операция роботизирована, поэтому выполняется точно и с высокой скоростью. Заготовки по конвейерной ленте поступают к захвату манипулятора. Телеметрическая установка оценивает положение поступающей заготовки на конвейере. Те детали, которые манипулятор может взять захватом, он подает на карусельный станок. Заготовки, которые по каким-то причинам неудобны для манипулятора, сбрасываются в промежуточный бункер и снова поступают в начало конвейера. На карусельном стенде заготовка кладется в оснастку. Ее положение фиксируется прижимом, а затем облой обрезается специальным фигурным резаком. После снятия облоя заготовка поступает в дробеструйную установку для очистки от остатков смазки. Затворы шаровых кранов «Валтек» малых диаметров делаются из заготовок, нарезанных из трубчатого прутка. Для кранов больших диаметров используются специальные горячепрессованные заготовки. Шаровые затворы изготавливаются на высокопроизводительных автоматических токарно-сверлильных агрегатах итальянской компании «Сала». Сначала в заготовке рассверливаются и обрабатываются отверстия проектного диаметра. После этого происходит последовательное превращение цилиндрической болванки в идеальный шар. Окончательная доработка поверхности шарового затвора производится алмазным притиром, который полирует шар до зеркального блеска.
Система автоматики и контроля станка исключает малейшую возможность появления брака в таком ответственном элементе шарового крана, как его затвор. Участок токарной обработки производства «Волтек» оборудован промышленными роботами итальянской фирмы «Нюти». Здесь на станках с числовым программным управлением производится точное расфирливание заготовок под заданный размер, обтачивание деталей, а также нарезание на них резьбы. Например, на стенде токарной обработки полукорпусов латунных шаровых кранов «Волтек» установлены также манипуляторы, как и на участке снятия облоя. Манипулятор снимает заготовку с ленты конвейера и подает ее в захват станка, где в потоке смазочно-охлаждающей жидкости производятся все требуемые токарные операции. После этого манипулятор снимает заготовку из захвата и отправляет ее в контейнер готовой продукции. Даже наличие идеальных деталей не гарантирует выпуск качественного изделия, если их сборка будет произведена плохо. Достаточно превысить усилия скрутки полукорпусов шарового крана, как в нем появятся опасные микротрещины. Сборка арматуры «Волтек» производится на автоматических линиях итальянской фирмы «Твинс». Здесь даже такая сложная операция, как вставка штока изнутри корпуса, производится роботом. Если посмотреть на традиционные китайские полукустарные производства латунной арматуры, то сразу бросается в глаза преобладание ручного труда, изношенность и плачевное состояние оборудования. Ни о каких строгих технологических режимах здесь не может быть и речи. Как результат, на выходе получаются изделия весьма низкого, непредсказуемого качества. Но они очень дешевые, поэтому оптовые покупатели охотно берут их для поставки в Россию. А расплачиваться за низкое качество, конечно, будет потребитель. То есть мы с вами.